Вернемся в игру. Полетим сразу в Белую башню. Так, что там хоть пишут-то? Обелиск демонов, известных как людоеды. Новый владыка Латрии, старик, давно утративший человеческую сущность, создает ужасающих демонов из плоти узников, томящихся в висячих клетках. Да. Можно, в принципе, вернуть себе... Что? Что это? Это что, босс? Сразу? Черт. Это неожиданно было так... Прям сразу. Вот урод. Вызывает кого-то. Вы знаете, на самом деле даже хорошо, что не надо проходить еще целый уровень, а просто сразу битва с боссом. Это как в шахте с демоном-драконом. Все, окочурился. Или... нет, все-таки уровень-то есть. Все, я понял, это мне просто показали безумного этого старика. Он вызвал какую-то оболочку, вот, красные, это как герои, с которыми я уже сражался. И, судя по всему, в него переселился, а сам сдох. Обалдеть. 2900 душ дали. Какая-то просто высокоуровневая была. Варюга. Ну, это плоть. И так легко разрезается. О нет, опять. Обломок камня лунного света. Ящерки мне всякий хлам дают бесполезный. Так, а вот походу уже и босс.
Старый монах. Ох. Да, это оно. Магии бьет. Твою ж мать! Что это было? Что это было? С одного каста он меня убил. Просто с одного каста. Мне ему осталось там нанести буквально капельку урона. Я переключился такой на огненный залп. Такой, сейчас, думаю, добью тебя потихонечку. И тут бабац, ко мне в упор прилетает и херня. Ну ладно, не страшно. Босс легкий. Прям вообще легкий. Главное следить за тем, чтобы он меня не ударил, и особенно следить, чтобы вот эти вот... Да я понял. И особенно следить, чтобы омерзительные вот эти вот... Во. Стрелы душ в меня не прилетели. Там как будто бы 5 стрел душ одновременно просто в меня лупят. А у меня сейчас пониженная защита от магии из-за кольца и из-за Криса. Но зато и бью я мощно. Да, опять. Я уж думал, этих уродин не будет здесь. Это называется цена ошибки, просто цена глупости. Теперь страдаю и расплачиваюсь. И души я, естественно, все слил. Черт с ним. Хочу закончить эту башню. Потом будет жесткий следующий обелиск. Штормовой. Там я, скорее всего, буду страдать. Потом еще один обелиск. Потом босс последний. Вы издеваетесь надо мной. Эта безумная мразь меня с одного удара убивает. Причем она так быстро кастует. Как я в первый раз так легко прошел? Мне видать, вообще неимоверно везло.
Вот эти мрази красные обычно же не респаунились. Это невозможно. Это просто нереально. Я кастую, я даже отойти не успеваю. Он в 3 раза быстрее меня кидает спелл. Как мне так повезло, я не понимаю. Надо как-то спровоцировать, чтобы она на меня со своими щупальцами понеслась вперед. Я снял кольцо силы магии, я снял... Что я снял? Крис убрал. То есть сейчас на мне нету штрафа за магический урон. На магическую защиту, вернее. Я не знаю, как я в первый раз легко и играючи прошел. Это, наверное, было какое-то просто неимоверное везение, потому что сейчас это невозможно. Я не понимаю, как это сделать. Увернуться невозможно. Бежать вперед в атаку невозможно.
вообще ничего нельзя сделать, по сути. Просто сидеть на нее из-за угла смотреть и ждать, пока она не побежит. Наверное, только такой вариант. Вот сейчас. Итого, суммируя. Жду три выстрела. Три или четыре раза она от меня стреляла. После этого она начинает бежать. И вот когда она бежит, вот тогда уже, да, перестреливаться с ней невозможно. У нее анимация быстрее. Ну, как-то так. Ну ладно, главное не затупить. И следить, когда... вот они появились. Сначала две. Теперь уже 4. Вот эти стрелы-то меня и убили.
уворачивается. Вот гад. Попробуй-ка увернись от этого. Вот так. Готово. Хо-хо-хо. Тут у него картины всякие, какие-то испорченные, правда. Все стульями завалено. Уселся тут. Золотая душа демона. И все, никаких даров, никаких призов. Тронный зал Йормедааров. Обелиск демона, известного как Старый Монах. Утолив жажду мести, старик, порабощенный своим золотым одеянием, погрузился в безумие. Когда тело его иссохло, заключенная в нем душа демона полностью поглотила свой сосуд. Вот так вот бывает. Тем не менее... Башня Латрии пройдена. Обелиск королевы башни пройден полностью. Как и обелиск подземного короля. Больше половины уже сделано, к слову. Теперь вот тот жесткий и вот этот жесткий обелиск. I can forge weapons for you. You come back alive. You have your wit. Наводящаяся стрела души. Выпускает наводящуюся стрелу души. Это то же самое, что сейчас меня монах чем бил. Сначала было 2 у него, потом 3, потом 4. И ближе к смерти вообще 5 стрел. Там, конечно, чудовищный урон. Но я думаю, что эта штука мне не нужна еще и за 40 маны. Это же чудовищно. Это может быть, конечно, интересным, если
урон тоже у нее больше, у этой стрелы. В принципе, испробую. Так, в обелиск теней пойду и край острова. Сейчас буду испытывать мощь заклинаний на скелетах. Ну, например, сначала луч души. С одного каста убил. А теперь наводящуюся стрелу души. Однако. Что так убило с первого выстрела. Надо более жирного врага, чтобы протестировать, сколько урона нанесет. Все пять, если эти долбанут. Все пять самонаводящихся душ в одну цель. На боссе, например, на каком-нибудь это можно будет проверить. В принципе, так и оставлю. Защитой я все равно мало пользуюсь. Стараюсь не попадаться. Огненный залп. Мой прям... Моя основа. Луч душ. Ну и... Наводящаяся стрела. I can forge weapons for you. You come back alive. Подкуплю вот так вот и заканчиваю серию. В следующий раз отправимся. Вот в тот обелиск.